15-летняя девушка попала под колеса автобуса. Происшествие случилось накануне вечером на пересечении улиц Иркутская и Восточная. Это видео с регистратора было предоставлено сотрудникам ГИБДД, одним из очевидцев. В настоящее время учащаяся 19-й школы находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи констатировали у нее открытую черепно-мозговую травму и перелом шейного отдела позвоночника. Как показывает видеосъемка с видеорегистратора, девушка начала движение уже на зеленый сигнал светофора, то есть он сменился, а водитель при этом заканчивал маневр. Но предварительно по, опять же, кадрам этой видеосъемки видно, что водитель начал движение на желтый сигнал светофора на перекрестке. Поэтому сейчас говорить о виновности водителя или девушки пока рано. Правовое решение по факту наезда на ребенка будет принято только после тщательной проверки.